показывал то, что не следовало. На этой неделе Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя областного центра, склонного к педофилии. Установлено, что мужчина через соцсети склонял несовершеннолетних к демонстрации своих половых органов, нарушая тем самым их половую неприкосновенность, причиняя вред психическому и физическому развитию. Связь осуществлялась посредством личной переписки через веб-камеры. Свои половые органы преступник тоже был не прочь показать. Пострадавшим не было и 12 лет. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют родителям быть внимательнее к тому, с кем общаются их дети в соцсетях, либо вовсе запретить туда доступ лицам до 14 лет. Осужденному вынесен приговор, назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее осужден также приговором Фрунзенского районного суда за распространение порнографических изданий, порно-роликов. Поэтому было присоединено наказание по приговору от 28 ноября 2014 года, и по совокупности назначено наказание именно в виде 15 лет лишения свободы.